Дом. Это не мой дом. Кто будет так жить? Первая мысль – все сжечь. Но здравый смысл возобладал. Что это за таблетка? Я был предельно собран. Я не курил уже 6 часов, я не ел, был таким воздержанным и чистым. Что это? Лекарство для тех, кто заботится о банальной чистоте? Я не был обкурен, я не был пьян, я был чистым. Я знал, что мне делать и как это делать. На следующее утро я отправил проверочный сигнал в свой мозг. Но никакого ответа не последовало. Словом, я вернулся. Но кое-что осталось. Ты шутишь? Нет. Надо же, на бумаге появились слова. Да. Написанные тобой? Прочитай всего 3 страницы. Прочти 3 страницы в ближайший час, и если не захочешь читать дальше, я верну аванс. Хорошо. Хорошо, Эдди. Пока. Читала 40 страниц. Позвоним. Это слегка помпезно, но я все еще читаю. Скажи, как ты это сделал? Я бы хотела... Эдди, позвони мне, как приедешь, ладно? Я жду. Хорошо?